В Назарбаев интеллектуальной школе города Петропавловска проходит спартакиада. Ее посвятили памяти учителя Даулета Такгожина. В мероприятии участвуют сборные команды НИШ физико-математического направления городов Алматы, Кокшетау, Нур-Султана, Уральска, Тараза, а также школы химико-биологического направления Караганды и Петропавловска и команда сотрудников СМИ. Спартакиада проходит по 6 видам спорта, таких как волейбол, футзал, тоус-кумалак, шахматы, настольный теннис и перетягивание каната. В соревнованиях принимают участие 8 команд, 6 городов. Соревнования пройдут в 2 дня.